Надеюсь, здесь будет Lamborghini или Lamborghini. И всем привет, ребят, вы на канале Пипи Пиксель, и с вами, как всегда, Андрей. И сегодня, ребята, мы распакуем эти три яйца с машинками. Но эти яйца на самом-то деле я купил в Сильпо по супер-мега-классной скидке. Здесь реально идут вот такие крутотейшие, просто бомбиссимо-белиссимо машины. Смотрите, здесь и Lamborghini, и Porsche, и еще Ferrari. Но это просто топ. То есть красное, зеленое и синее яйцо. Погнали смотреть, что здесь внутри находится. И поехали. Кстати, ребята, смотрите, здесь разные машинки находятся. BMW, Maserati, Toyota и даже Bentley. Вау, вообще Nissan, Honda, Acura и Land Rover. То есть... Range Rovers, baby. Вау. Так, в общем, открываем первое красное яйцо. И здесь у нас идет, ребята, смотрите, какая крутая моделька. Йоу. Посмотрите, какая она крутая. Вообще красная Maserati, ребят. Блин, реально классно выглядит. Я думал, это будет вообще ни о чем, но выглядит они просто пушечно. Взгляните-ка только на нее, на эту красотеньку. Вау. Блин, реально классная моделька, такая детализированная, классно выглядит, просто пушечно, посмотрите-ка на нее. 2018 год, Made in China, но выглядит просто пушечно, ездит очень классно, посмотрите, как плавно она ездит, очень плавненько, плавненько, плавненько. Блин, реально классные получаются эти штуки. Давайте, у нас осталось зеленый и синий еще, открываем-ка их беспосредственно, то есть их только нужно открывать ножницами или чем-то таким... Более остреньким, если вы понимаете, про что я имею в виду. Надеюсь, тут будет что-то типа такого. Йоу, ребята, белая Audi. Ебой. Посмотрите-ка, какая крутотейшая. Ну, мне Maserati, конечно, больше нравится, но выглядят они, в принципе, обалденчески. Посмотрите на это качество. Блин, я, честно, не знал, что и в яйцах такие настолько классные машинки есть. Это просто жесть. Посмотрите-ка на нее. Только взгляните-ка на нее. Это мощь. Ладно, ребята, я весьма удивлен. Это вообще, ну я не знаю, это топовые прям машинки. Я думал, будет какое-то Г. Что-то типа такого. Но, кстати, мне такие тоже понравились. Но это вообще модельки высшего пилотажа прям. Блин, качественный, классно прокрашенный. Но это, знаете, так, так себе, чуть есть такой брачок небольшой. Но это вообще идеальная, позгляните-ка на нее, вау. Блин, я себе такую хочу купить, настоящую, только денег нет. Так, ладно, ребятки, открываем, конечно же, зеленый. Я прям с нетерпением этого ожидаю, что же здесь будет. Надеюсь, здесь будет Lamborghini или Lamborghini. Вау, ребята, здесь бэха. Красная бэха, ничего себе. Цертика на нее. Вау. Блин, ребят, ну это пушка, это пушка. Она тоже выглядит очень классно, классно прокрашена. Блин, ну я хотел бы черного цвета, если бы она была. Или какого-то, знаете, коричневого или еллоуого какого-то цвета. Было бы прикольно. Ну, чтобы все разные машинки были разных цветов. Но они выглядят просто пушечно. Ребята, обязательно напишите в комментариях, как вам вот эта бэха и вот эти все тачки. Белая машинка с красными фарами сзади классно выглядит. Но жалко, что здесь, ну, знаете, плохо прокрашены фары. То есть они везде красные должны идти быть. Но на красных машинках эти красные не так выглядят эффектно, как на белом цвете, да? Длинненько, вау, пушка просто. Тут тот же самый, ребят. Как будто чего-то не хватает сзади. И здесь так же самое. В белом цвете это гораздо-таки прикольнее выглядит. В общем, ребята, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте ваши лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Если вы хотите, чтобы я больше делал роликов с такими вот машинками, или даже открывал вот икенские крутенские яйца, сюрпризы с такими тачками, то обязательно ставьте, ребята, лукасы. Обязательно подписывайтесь на мой канал Пипиксель. И на этом все. Всем пока, ребята. И до скорой встречи. Всем пока, ребята. Всем пока.